Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите мое личное обращение ко всем партнерам проекта Skyway. Особенно после Экофеста, который прошел 1 июля 2017 года, количество приверженцев нашего проекта, партнеров увеличилось. Такое впечатление, что оно растет в геометрической прогрессии. Очень много новых людей появились, и они задают вопросы, советуют, как по поводу нашей фразы, которая, скажем так, стала лозунгом всего проекта «Строй Skyway, спасай планету», откуда она и хороша ли она, а также по поводу символического жеста, который сопровождает данную фразу, которую я всегда заканчиваю все новостные репортажи, есть также много и советов, и вопросов. Вот хотелось бы с помощью этого видео всем все объяснить. Но, во-первых, фразу эту придумал не я. Эту фразу я услышал от Анатолия Эдуардовича Юницкого еще 2 года назад, когда пришел на работу в закрытое акционерное общество «Струнные технологии». Мне она очень понравилась. И я взял за обыкновение заканчивать ею все свои репортажи. Откуда Анатолий Эдуардович почерпнул идеи для нее? Это вопрос к нему. Мне она очень понравилась, и она, слава Богу, идет с нашим проектом с тех пор. Что касается жеста. И советы есть, типа вот так бы смотрелось бы эстетичнее. Возможно, но это уже прочно, этот жест занял место в истории, как Ротфронт, да? Кому-то кажется, что это удар, и мне советуют, что ты палец неправильно прижимаешь, во время удара ты его выбьешь. Да, если я буду бить так, то я, конечно, выбью, надо делать так. Но это не удар. Опять же, некоторым кажется, что это чуть ли не на неприличный жест, да? Похоже, особенно если добавить вторую руку, которую надо присоединить к локтю основной. Это тоже, извините, не так. Я очень всех уважаю, и наших друзей, и даже наших недругов. Поэтому объясняю, что означает сей жест. Я просто-напросто держу в руках символический строительный инструмент, будь то лопата, молоток, отвертка, все что угодно. И говорю вам, заканчивая, кстати, и сегодняшнее обращение. Строй Skyway, спасай планету.